Здравствуйте, Рави Леонисович, рад вас видеть. Сегодня у нас важное испытание. Вы должны участвовать. Да, испытание очень важное. Мы попробуем открыть портал в соседний мир. Говорят, там много всего интересного, сами знаете технологии. Именно. Кстати, вы знаете, что у вас очень плохой рейтинг на работе? Мне кажется, если вам не удастся извлечь важные элементы из этого исследования, вас просто уволят. А вы знаете, куда уходят уволенные из нашей лаборатории? Вот-вот. Вот. Да, кстати, мы наняли специальный гарнизон спецназа. Если что-нибудь произойдет, они прибудут и защитят вас. Но, собственно, удачи. Можете быть свободны. Power to stage one emitters in 3, 2, 1. Shut down. Again, shut down. It's not.
if I could run that test again. Most of the simulation results are perfectly acceptable, you know. Спецназ, они взяли меня в плен. Я надеюсь, что не все погибли, пробираясь вниз. Сейчас мы с вами садимся, сядем на машину и уедем отсюда. Отличная защита, сержант. Ничто не пройдет живым. Да, но где деньги? Мы наемники, и нам уже пора платить. Squad, quiet down. Yes, sir. Здравствуйте, Равиль Ленисович. Не думайте, что я избегал вас. Просто моего внимания требовали различные вещи. Видите ли, возникла довольно-таки сложная ситуация. Дело в том, что вы единственный выживший на базе Липом-11. Соответственно, логичным решением для нас было бы просто уничтожить вас. Но я думаю, вы понимаете, нам нужны такие специалисты, как вы. Так вот, я предлагаю вам два выбора. Первое, то, что вы согласитесь стать нашим агентом, мы размещаем вас в месте, где вас никто не найдет, и вы теперь работаете на нас. Или же вы пойдете более неблагоприятным путем, не согласитесь со мной, и будете убиты здесь же. Ребята? Да, это был Мудрик. Мы с вами еще встретимся. Спустя 2 года после прохождения курса частичной очистки памяти, Равиль Ленисовича устроили в 415-й гимназии учителем физики. Равиль не помнит ни монстров, ни лабораторий, в которых он когда-то работал. Его теперешняя задача – учить учеников выпускных классов. Увы, обстоятельства складываются не лучшим образом, и, похоже, нам снова потребуется наш агент. Агент Равиль.